Василиса Володина раскрыла, какие знаки зодиака ждут истинные подарки судьбы в марте. Популярный российский астролог Василиса Володина поделилась свежим гороскопом. Она назвала самые удачливые знаки зодиака, которым повезет уже в марте. По словам астролога, везение, удача и выигрыши станут их преимуществом. При этом особенно крупно повезет представителям трех знаков. Стрелец. Одним из них стали стрельцы. Их, по словам Володиной, ожидает скачок в карьерном росте, повышение на работе или смена деятельности на более прибыльную. Астролог подчеркнула, что март – это время для решительных действий, когда не стоит медлить в принятии решений. Весы. Вторым счастливчиком будут весы. Астролог рассказала, что рожденным под этим знаком стоит отбросить все сомнения и решиться на серьезные шаги. Например, финансовое вложение в недвижимость, бизнес или самого себя. По ее словам, все денежные риски с легкостью приведут к желаемой цели. А неожиданные подарки судьбы будут ждать уже в начале марта. Скорпион. Третьим знаком зодиака стал Скорпион. Для его представителей март будет спокойным временем. Удастся обдумать бизнес-планы и сферы, в которых получится обогатиться. Однако, предупреждает Володина, от крупных покупок стоит воздержаться или перенести их на конец года. Вероятность выиграть в лотерею у вас близка к 85%. Пробуйте, дерзайте, заключила астролог. Напишите в комментариях, кто вы по знаку зодиака. Попали ли вы в эту тройку знаков зодиака, которые ждут истинные подарки судьбы в марте? Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые интересные гороскопы. Вы были на канале Мартиника. До встречи в новых видео!